снял ограничитель задней двери Лада Калина, принес домой, разобрал. И внутри было сухо. Там смазки вообще не было. Сыновья покупки этой машины Лада Калина, двери открывались и закрывались очень тяжело. Особенно в морозы вообще зайти невозможно было. Но дверь, когда приоткроешь, эта дверь просто вот так вот болталась. И внутри здесь вот такие вот внутренности были. Две резинки и вот такая вот обойма, которая состоит из двух половинок. И внутри находятся вот такие штырьки металлические, круглые, которые, скорее всего, касаются и прижимаются вот этой вот пластиной, и дверь хорошо скользит и просто двигается, но не болтается. Но болталась, наверное, из-за того, что зазор здесь был вот такой вот большой, который я взял, убрал, сточив на наждаке вот эти две плоскости, а также с этой стороны тоже две вот эти вот плоскости сточил. И теперь, если вот так вот я соберу, то железки, вот эти вот два ролика, будут касаться и кататься, крутиться по вот этой вот пластине. И дверь не будет болтаться. Теперь я все буду собирать. Не пожалею смазки, обойму туда вставлю, опять смажу вот эти вот две резинки, уложу, закрою это все. И у меня будет работать дверь как положено. Но смазку я не пожалею. Ладно, пока.